Здравствуйте! В эфире новости телеканала РТАЖ ТВ, студия Анастасия Поддубная, и вот главные темы этого выпуска. 2 февраля у мемориала «Вечный огонь» вспоминали Сталинградскую битву. Захват Ягозы. Возобновится ли работа горнолыжного комплекса? Что скрывает звездное небо? Владислав Шумков точно знает ответ на этот вопрос. 2 февраля является днем воинской славы России, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Для Советского Союза победа в Сталинградской битве положила начало массовому изгнанию захватчиков советской земли, за которыми последовали освобождение оккупированных территорий Европы и окончательная победа над Третьим Рейхом в 1945 году. Во время памятного мероприятия, пришедшие к мемориалу озерчане, почтили минутой молчания всех тех, кто отстоял Волжскую святыню. Для краткой исторической справки слово было предоставлено председателю городского совета ветеранов Ивану Гашеву. В городе на Волге, в городе Сталинграде решалась судьба нашей великой отчизны, судьба многих народов, в том числе и народов Европы и мира. О том, что пережили сами жители города в годы войны, рассказали сталинградцы Мария Бабкина и Николай Новоселов. Полетели ряды ветеранов. От полка налицо только взвод. Одолели солдатские раны. Мы сыты от военных несгод. Вот сидят и войну вспоминают, как сражались, себя не щадя. Да, солдаты бывалые знают, как победа нам тяжко далась. Завершилось памятное мероприятие возложением цветов к вечному огню. Такси-групп оказала благотворительную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Бесплатно доставила их до места проведения мероприятия. Несколько дней назад работа горнолыжного комплекса «Ягоза» была заблокирована. Неустановленные лица взломали замки на дверях, заняли здание администрации. Все произошедшее напомнило, а казалось бы, навсегда ушедших в прошлое лихих 90-х. Нам удалось получить пояснение от учредителей общества с ограниченной ответственностью ЮСТУР, собственника горнолыжного комплекса «Ягоза». Общество с ограниченной ответственностью ЮСТУР было создано лет 15 назад, причем одним из учредителей стала администрация Озерска. По ряду причин в 2006 году администрация Озерска вышла из состава учредителей. Долю администрации, оцененную в 4,7 миллиона рублей, должны были оплатить оставшиеся участники общества. Однако деньги в бюджет Озерска не поступили. Администрация обратилась в суд. И в результате на свет появился исполнительный лист. Но ситуация изменилась в августе прошлого года, когда в ЮСТУР появились новые участники. Они вложили в комплекс уже около 15 миллионов рублей. Тут надо заметить, что новые участники ЮСТУР, согласившись выплатить бюджету Озерска оставшийся долг, обратились в администрацию округа с предложением о реструктуризации задолженности. И вроде бы нашли взаимопонимание, но процесс принятия окончательного решения затягивался. Зато иные граждане решили воспользоваться сложившейся ситуацией. 30 декабря 2014 года судебный пристав Кыштымского отдела судебных приставов арестовал часть имущества горнолыжного комплекса «Ягоза», оценив это имущество всего в 3 миллиона рублей, при реальной рыночной более 12 миллионов рублей. В данный момент ситуация разрешилась. 2 февраля арест на имущество был снят, и горнолыжный комплекс «Ягоза» возобновил работу. 3 февраля в актовом зале Министерства внутренних дел прошел день открытых дверей, где сотрудники рассказали будущим абитуриентам о специфике прохождения службы и о высших учебных заведениях МВД России, подготавливающих специалистов в данной области. Срок обучения составляет 5 лет. С абитуриентом подписывается контракт о том, что после окончания вуза он обязуется отработать 5 лет в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. С января месяца начинается сбор документов для поступления. Это прохождение медицинской комиссии, проверка личности, физическая подготовка, сдача результатов ЕГЭ, после чего сформированное личное дело отправляют в высшее учебное заведение. Сегодня мы проводим мероприятие с целью довести до граждан, до выпускников учебных заведений о вузах системы МВД России, довести требования вузов для поступления,
потому что сейчас период, когда многие выпускники школ стоят перед выбором профессии. Большой отбор именно проходит на этапе поступления, многие не поступают, то есть из 10, может быть, 2-3 абитуриента, кто именно станет курсантом высшего учебного заведения. 29 января считается днем рождения первого в мире бензинового автомобиля, так как именно тогда Бенц получил патент на свой автомобиль. Первый автомобиль Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких оспицованных колесах. А сегодня автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы поговорили с человеком, в жизни которого автомобиль занимает не последнее место, автогонщиком и руководителем Озерской автошколы «Ралли-тур» Алексеем Сериковым. Экипаж «Ралли-тур» участвовал в Кубке России и в соревнованиях Уральского федерального округа, неоднократно занимал призовые места. История создания автошколы и началась с увлечения автоспортом. История, конечно, интересно началась. Занимались автоспортом, вот. И получается, школа-то как раз организовывалась для того, чтобы хватало материальных средств, для чтобы участвовать в гонках. Когда началась автошкола, тогда, получается, немножко спортивная карьера-то и закончилась, потому что сначала для того, чтобы участвовать в гонках, не хватало денег, организовали школу, а теперь, получается, не хватает времени. В прошлом году по всей стране и в нашем городе в частности прошло реформирование системы автообразования. Новые требования к автошколам, включающие необходимость иметь собственную площадку, а также новые программы обучения, привели к тому, что стоимость курса существенно подорожала. Поправками в этот же закон введена возможность обучаться и сдавать экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач. Кроме того, увеличился и сам курс обучения. Ну, реформа, которая на данный момент коснулась автошкол, основные изменения пошли в плане чего? Требования преподавательского состава, то есть оно немножко, скажем так, пожестче стало, ну и, соответственно, получается, больше требует знаний, больше профессионализма от преподавателей, что от преподавателей, что от инструкторов по вождению. Ну, в связи с этим многие обучались заново, ну, проходили переподготовку. Также изменились требования к автодромам. То есть, если раньше были рамки непонятны, теперь все четко указали, что должно быть, каких размеров. 13 января руководителем астрономического клуба «Парсек» Владиславом Шумковым была открыта сверхновая звезда. Сверхновые – это максимально близко расположенные к нам звезды. Среди астрономов открытие такой звезды является значимым событием. После обнаружения вспышки на карте звездного неба педагог отправляет данные в МГУ ГАИШ, где уже на профессиональном оборудовании проверяют полученные данные и отправляют их в США, в Бюро астрономических телеграмм, где звезде присваивается официальный номер и присуждается имя открывателя. А сколько вы звезд открыли? Да я их не считаю уже, потому что... Много? Там ведь очень разные классы бывают. Бывают сверхновые, их много, да. Бывают новые, их мало. Бывают карликовые, такие маленькие звездочки специальные, которые у которых жизнь своя, и они время от времени периодически вспыхивают, сбрасывают с себя всю атмосферу. И мы их видим, поэтому их называют карликовые новые. А когда свою первую звезду вы открыли? Это я знаю, 29 мая. 2010 года. Главным направлением деятельности Парсека стало изучение звездного неба и наблюдение астрономических событий. Для практических работ были разработаны и собственноручно изготовлены небольшой телескоп и астрограф. А чтобы детям показать, почему мы на экране смотрим, да, а не глазом на солнце, я им предлагаю вот здесь вот подставить вместо глаза вот эту пластинку и показать, что будет с глазом, если мы на солнце посмотрим. За 35 лет существования клуба обучение по программе прошли более 250 учеников в возрасте от 10 до 17 лет. 20 выпускников продолжили изучение астрономии самостоятельно. Один выпускник клуба, Николай Чувашов, получил высшее профессиональное астрономическое образование. А парсек – это не что иное, как расстояние. Такое расстояние условное, которое больше 3 световых лет. 30 января большим концертом ДК «Маяк» отметил свой 25-летний юбилей
образцовый коллектив самодеятельного творчества Челябинской области – ансамбль песни «Аюшка». Ансамбль уже давно любим и популярен не только у озерчан, но и далеко за пределами города. Выступления артистов тепло встречали зрители Пензы, Новоуральска, Сарова, Электростали. На сегодняшний день в коллективе под руководством замечательных педагогов Елены Петрухиной и Елены Фокиной занимаются более 60 участников в возрасте от 4 до 27 лет. Ансамбль «Аюшка» бережно сохраняет традиции песенной культуры, ее глубину, открытость и духовную чистоту. В то же время его творчество пронизано чувством современности, связью времен и поколений. Каждое выступление «Аюшки» не просто песни, а скорее музыкальные композиции на основе народной песни и народного танца. Впереди у ансамбля много планов, реализация новых интересных проектов. Хочется пожелать коллективу успехов и творческих побед. Ансамбль – неоднократный лауреат Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Браво, дети!», отраслевого фестиваля конкурса «Весенний калейдоскоп» и «Свет души». Это все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи!